بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы принял наши сегодняшние посты, наши поклонения. Не так уж, субханаллах, быстро Рамадан пролетает, субханаллах, и осталось. Уже половина прошла, сейчас мы заходим потихонечку во вторую половину. Поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мин аламат ас-саа, из признаков судного дня, такарабу заман, то, что время быстро будет проходить. Как будто, субханаллах, недавно пятница прошла, уже новая пятница, опять мы сегодняшний йом аль-джума. Поэтому это все признаки судного дня, и мы должны, иншаллах, по максимальному взять, иншаллах, пользу из-за этого времени. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ниаматан, ниаматан магбунун фихима кафиру минан нас, ас-сихат валь-фараг. Две милости, которые люди не отдают должны, которым люди не отдают должным, это сихха, это здоровье, и это фараг, это свободное время. Мы с вами затронули тему аль-истигфар, и спрашивание Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, о прощении. Рассказали в понедельник о том, как Аллах Субхану ва Тааля, то, что Всевышний Аллах приказал просить прощения при всем верующим, всем рабам Аллаха Субхану ва Тааля, приказал посланникам, даже пророкам, просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, и приказал также посланникам, пророкам, чтобы они просили за свои народы. Также приказал пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, Нуху, алейхи салям, другим посланникам. Мы привели с вами аяты. Также начали говорить о том, аукат или истигфар, именно времена вот эти, какие такие благоприятные времена для истигфара, именно для этого обряда, для этого поклонения, прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, обращения к Аллаху Субхану ва Тааля о прощении. Также привели, сказали то, что аль-истигфар, именно вот это вот само истигфар, какая великая награда человек за это берет, и какие плоды видит истихфар уже в этой жизни, перед тем, как увидит судный день. То, что привели ая, где когда Хасан аль-Басри обратились три вида людей, и каждый один обратился с вопросом, то, что он факир, то, что он бедный, ля маля инди, ва ля валят, у него не было детей, у него не было имущества. Он сказал, алейка бил истихфар, просил Аллаха прощения. Другой обратился и сказал то, что у меня нету, у меня есть сад, но нету как бы дождей, засуха и ничего не растет. Он сказал, алейка бил истигфар. И когда его спросили, я Абу Саид, я о Абу Саид, обращаясь к Хасану Басри, они к тебе пришли с разными вопросами. Ну, ты ответил одним ответом. Почему так? На что он ответил, ама талаутум кавля Аллах, неужто вы не читали слова Аллаха Субхану ва Тааля, где Всевышний сказал, факульту стагфиру раббакум иннаху кана гафара, юрсили сама алейкум идрара, ва имдидкум би амвали ва банин, ва яджаллакум джаннат, ва яджаллакум анхара. Обратился Нух, алейхиссалям, к своему народу и сказал, просите у Аллаха прощения, он прощающий. Если будете таковыми, он даст вам обильные дожди, даст вам много богатств, даст вам много детей, и даст вам сады и реки, которыми будете поливать вы ваши сады. Поэтому тамрату листихвар, плоды истихвара, верующий человек видит уже при этой жизни, перед тем, как видит награду в судный день перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, то, что увидит, то, что его грехи прощены. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у Аллаха, субхану ва тааля, прощения каждый день. По 100 раз в ривайете говорится, по 70 раз в другом ривайете говорится по 100 раз. И 100 раз он в день говорил «Астагфруллах, астагфруллах, астагфруллах». Именно искреннее сердце произносило эти слова. Даже Аиша, радаллаху анха, обратилась к нему и сказала «Я Расулуллах, алям ягфируллаху ляк». «О посланник Аллаха, тебе же Всевышний Аллах простил». Аллах в Коране говорит «Ли ягфира ляк Аллаху ма тақаддаме мин замбик, ва ма тааххар». Аллах простил тебе все, что было и все, что будет. Почему ты просишь прощения?
На что он ответил: «Я Аиша, афаля акуну абдан шакура». «О, Аиша, неужто я буду неблагодарным? Неужто я буду неблагодарным Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля?» Поэтому давайте мы еще раз вспомним первое время, когда лучше просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. «Ба'даль вуду», после того, как взял омовение. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман тавадда, ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». Тот, кто взял омовение, после этого произнес шахаду и обратился к Аллаху, сказал: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك, прошу у тебя прощения, وأتوب إليك, и каюсь тебе. كتبت له في الرق ثم طبعت في الطابعة فلم يخسر إلى يوم القيامة. То эти слова запишутся ему في الرق, يعني في الصحيفة, на листе, и будут зафиксированными у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и напечатанными, и будут зафиксированными, сохраняться до судного дня. То есть, когда человек просит Аллаха Субхану ва Тааля, берет омовение, после этого делает это дуа, просит у Аллаха прощения, это зафиксировано. Уважаемые братья и сестры, иногда бывает то, что человек делает, он думает, что сделал и забыл, но однако благие дела, они фиксируются Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Человек идет в зимнее время на молитву в мечеть, утром, например, приходит, заходит в мечеть, по дороге он, когда шел, видел, что следы его, на свои следы видел, выходит, уже метель прошла, снег выпал, то есть уже следы эти не видно, или кто-то почистил, но однако, даже если мы не видим, они зафиксированы Аллахом Субхану ва Тааля, и человек увидит это в судный день, как Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Инна нахну нухиль маута, ва нактуму ма каддаму, ва асарахум». Поистине мы воскрешим в судный день мертвого человека и запишем все, что они сотворили, что они сделали, и их следы, которые они оставили при этой жизни. То есть наши молитвы, наши посты, наши садакат, наши благие деяния, они зафиксированы. Это следы, которые оставляет человек в этой жизни. Аллах Субхану ва Тааля зафиксирует, и человек увидит награду в судный день, иншаллах. Также время, когда просить, благоприятное время, когда просить прощения у Аллаха, инда саля, во время молитвы. Как передается в хадис Абу Бакр, قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَانَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِ. Абу Бакр, радиаллаху анху, обратился к посланнику Аллаху и сказал: «Я Расул Аллаху, посланник Аллаха, обучи меня молитвы, дуа, которого я просил во время молитвы, во время намаза, во время саля». فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, пророк Мухаммад, صلى الله عليه وسلم, сказал: «Кул, Аллахумма инни ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كما رواه البخاري. Как приводится в хадисе достоверном своде хадиса Сахих аль-Бухари, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «О Абу Бакр, говори во время молитвы, имеется во время земного поклона: Аллахумма инна заламту нафси зульман касира. О мой Господь, поистине я себя очень много-много притеснил. Сам себе зульм сделал через грехи, через греховное, через непослушание». Это даже сахабам, о котором уже обещан рай. Однако такое дуа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил Абу Бакра: «Я много сам себя притеснил. Валя яхфиру дзунуба иллянт. И никто не прощает грехи, кроме как ты. Фагфир ли магфиратан мин индек. Прости мне прощением от тебя. Вархамни и прояви ко мне свою милость. Иннака анталь гафур рахим. Поистине ты прощающий, милосердный». Также во время молитвы, во время поясного поклона и во время земного поклона. Как приводится в сунне: «Канна Расул саллаллаху алейхи ва саллям якуль субханак аллахума раббина ва бихамдик аллахума гфир ли». Приводится хадис Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям произносил следующий дуа: «Субханак аллахума раббина ва бихамдик аллахума гфир ли». То есть просил прощения у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. «Ба'да интихая мина ас-салям». Мы сказали, как только человек заканчивает молитву, дает салям: «Саляму алейкум ва рахматуллах, саляму алейкум ва рахматуллах». Первое, что он говорит: «Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах». Просит прощения у Аллаха субхану ва тааля. «Ба'да ифадати мин арафа». После того, как паломники, самый великий день во время хаджа — это йаум аль-арафа. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: «Аль-хаджу арафа». Хадж — это и есть арафа. Если человек, например, приедет в Мекку во время паломничества и будет совершать таваф вокруг Каабы, делать сяй, между Сафа и Маруа проходить, все обряды, но если хотя бы до захода солнца, в день арафа, 9-й день Дзуль-Хиджа, он не будет на этой местности, его хадж недействителен. Его хадж недействителен. Это рукн мин аркани саля, основной столб, столпа, мин аркан аль-хадж, основной столб, столпа хаджа. Без этого хадж недействителен.
Поэтому что он там делает? Дуа делает. Истихфар просит целый день. Тот, кто на хаджи был, целый день просит Аллаха Субхану Тааля прощения. Но Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, как закончите? То есть как сядет солнце и наступит уже, закончится девятый день Зуль-Хиджа. Паломники в этот момент направляются в сторону Муздалифа. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. После этого направляйтесь туда, оттуда, откуда направляются люди, и просите у Аллаха Субхану Тааля прощения, поистине Аллах прощающий, милосердный. То есть Субхану только что целый день он просил, делал то, что говорил: «Я Рабби гфирли, я Рабби гфирли, о Аллах, прости меня, о Аллах, прости меня». На Арафате, как после этого вы направляетесь в Муздалифа, просите прощения, говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля. Как заканчивается весь хадж, а после хаджа, если он принят, аль-хаджу аль-мабрур, ляйса лаху аль-джазай иль-джанна, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, принятый хадж, ему нету никакой награды, кроме как рая. И также он возвращается домой, кайяум валадатху умму, подобно тому, как будто его мама родила, без греха. Даже после этого, как закончатся все обряды, Всевышний говорит: «Фаида кадайтум манасикакум фазкурулла кадикрикум абаакум ауашадда зикра». Когда вы закончите весь обряд хаджа полностью, тогда и тогда же поминайте Всевышнего Аллаха, подобно тому, как поминаете своих отцов или еще больше. Много времен, когда Аллах Субхану ва Тааля приказывает просить прощения. Особенно мы сказали после того, как «Ба'ля вуку' мина фидзанб», после того, как человек совершил тот или иной грех, опомнился, просил у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, تجد الله غفور رحيم. Увидишь Аллаха прощающим, милосердным. في الصباح والمساء. Утром и вечером. Утром и вечером. Азкар. Зикры, которые мы с вами делаем по утрам и вечерам. Известный зикр, который приводится кама عند البخاري عن شداد ابن أوس. Как от Шаддада ибн Ауса приходится в Сахих Бухари. Сайиду الاستغفار. Госпожа истихфара. Вот этого поклонения. Обращение Аллаху Субхану ва Тааля о прощении. Чтобы Аллах Субхану простил нас, да? Истихфар, сейду ли истихфар, госпожа истихфара, антякуль, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ты говоришь: «Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халактани, ва ана абдук, ва ана аля ахдика, ва ваадика ма стата'ат, а'удзу бика мин шарри ма санаат, абуа лака би ниаматика ля алейя, абуа би занби, фагфир ли, фа иннаху ла ягфиру зунуба илля анта». То есть здесь именно вот это вот дуа, которое, альхамдулиллах, я думаю, все это дуа знают, сейду ли истихфар, госпожа истихфара, так называется. Здесь тоже ты просишь утром и вечером: «О Аллах, прости меня». Поистине никто не прощает, не может простить грехи, кроме как ты. Аллах Субхану Тааля только прощающий. К нему только нужно обращаться о прощении. Субхану ва Тааля. Кама кала саллаллаху алейхи ва саллям. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал то, что когда умер Наджаши, то есть также, то есть дуа делать, на это, знаете, когда у человека кто-то умер, например, близкий, и ты ему делаешь соболезнение. Вот это най, это есть соболезнение. И в это время тоже нужно просить за умершего прощения. Это тоже из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда умер Ан-Наджаши, правитель, да, Фил-Хабаша, в Эфиопии, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кал истагфиру ли ахикум». Ваш брат умер, он принял ислам. Он находился в Хабаше, сахабы находились в Медине. Ваш брат умер, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за него еще намаз джаназа ан-бу'ад. Читал джаназа, будучи в Медине, читал за него салат аль-джаназа. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Истагфиру ли ахикум». Даже на расстоянии. Просите прощения за своего брата. И это есть именно, когда человек умирает, и ты хочешь что-то соболезнить, за него нужно просить по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прощения у Аллаха. Также здесь кысса, приведем один рассказ, историю. Была такая женщина, Умму Салама. Умму Салама, когда умер ее муж, Абу Салама, дахала алейхи наби, саллаллаху алейхи ва саллям, факад шакка басара, фа агмада. Когда, факал, то есть когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел, когда умер Абу Салама, зашел к нему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его глаза были открыты, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, закрыл ему глаза. Закрыл ему глаза и сказал: «Инна руха ида хараджа табиаху аль-басар». То есть и сунна, опять же, что тот человек, когда если находится с тем в таком положении, когда кто-то умер из его близких или находился в тот момент, когда человек умер, он знает, что глаза открыты, и сунна закрыть ему глаза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так сделал, закрыл ему глаза и сказал:
Поистине, когда выходит душа, за ним следует его взор, его взгляд. Ида хараджа рух табиу аль-басар. Когда выходит душа, за ним следует его басар, его взгляд. Фаддаджа ан-нас бакау. И люди, которые находились рядом, заплакали. Сахабы заплакали. Лямма алиму аннаху кад мат. То есть, когда они поняли, что умер Абу Салама, и они заплакали. Опять же, плакать можно или нет, когда человек умирает. Это нормально. То есть, нияха запрещена оплакивать сильно, вот так вот, да. Но именно если слезы у человека текут, когда его близкий умер, это, альхамдулли, это нормально. Даже когда у пророка Мухаммад, саллаху алейхи, умер сын Ибрахим, и он его назвал в честь Ибрахима, алейхиссалям, и сильно его любил, и он у него лежал на руках, и он уже последние вздохи, когда делал, посланник Аллаха, саллаху алейхи, два годика был маленький, пророк, саллаху алейхи, заплакал. Посланник Аллаха, саллаху алейхи, заплакал. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи, вообще Аллах дал семерых детей. Аль-Касим, Абдуллах, Ибрахим, Умму Кульсум, Зайнаб, Рукайя, Фатима. Все умерли, кроме Фатима. При его жизни Фатима умерла, после него только через полгода. А именно Ибрахим был маленьким, и он умер. На руках посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. И тогда он заплакал, и Абдурахман бин Ауф сказал ему: «Атабки, я Расул Аллах, атабки, я Расул Аллах». И ты плачешь, и даже ты плачешь, о посланник Аллаха, ты плачешь. На что он ответил: «Я Абдурахман, иннаха рахма, иннаха рахма, иннаха рахма». «О, Абдурахман, это милость, это милость, это милость». И потом произнес следующие слова: «Аль-Айну тадма». والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ونحن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. И он сказал, что глаз сам по себе мочится, глаз сам по себе слезится, сердце само по себе печалится, и мы говорим только то, чем доволен Аллах субхану ва тааля. Ни в коем случае, когда человек там астагфируллах бывает бильджах фильджахилия, когда кто-то умер, кричит, почему, что, нет. Вот альхамдулилля, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, мы принадлежим Аллаху, и к Аллаху мы вернемся. Мы говорим только те слова, чем довольствуется Аллах. Ва нахну ли фиракика ля махзунуна, я Ибрахим. И с разлукой с тобой, о Ибрахим, о мой сыночек. А сыночек именно Аллах назвал самрату фуад, именно кусочек сердца, плод сердца раба Аллаха. Мы печалимся, о мой сыночек. Поэтому сахабы заплакали, когда поняли, что Абу Саляма умер. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот момент сказал: «Ла тадуу аля анфусикум илля бихайр, фа иннал малаиката юамминуна аля ма такулун». Не говорите ничего, кроме как, то есть против себя дуа не делайте, кроме как благое. Поистине ангелы говорят «Амин» на то, что вы говорите. Имеется в виду то, что верующий говорит, ангелы говорят «Амин». Поэтому нельзя говорить плохое, нельзя говорить плохие слова. Ангелы фиксируют. И после этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал дуа: «Аллахумма гфир ли аби Саляма, вафсах лаху фи кабри, ва наввир лаху фи». То есть здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, начал делать истигфар за него. «О Аллах, прости Абу Саляма. О Аллах, сделай его могилу просторной, широкой. Освети его могилу». Поэтому вот эти вот из сунны делать дуа за умершего, из-за того человека, который, когда ты идешь на соболезнь. Также, какой дуа, субханаллах, делать? В сунне есть, альхамдулля, приводится дуа. Также, когда Аллах, субханаллах, та'аля, забрал папу, я тоже с разным шейхом советовался и встретился с шейхом Салих аль-Мухамиси. Салих аль-Мухамиси, он имам мечети Куба был, первым мечети в исламе. Такой советник короля по религиозным вопросам, такой грамотный очень шейх, машаллах. Зав кафедрой по Корану, по тафсиру в университете Медине. И когда спросил, он говорил: две вещи проси основные каждый день за своего близкого, за своего папу, и также у кого близкие ушли, две вещи, на русском даже можете: «Аллахумма навур кабраху вафсах лаху фи». «О Аллах, освети его могилу и сделай ее просторной». «Аллах, освети его могилу и сделай ее просторной». И интересно, Умму Саляма, она очень сильно любила своего супруга, Абу Саляма. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил ее дуа и сказал: «Сделай следующее дуа. Аллахума аджирни фи мусибати, вахлюфни хайран минха». «О Аллах, субхану ва тааля, дай мне награду в этом испытании, в этом горе, в этом испытании, и замени меня на лучше. Замени меня это на лучше». И когда сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Делай это дуа», на что она ответила: «Я Расулуллах, ва ман якун афдаль мин Аби Саляма». «О посланник Аллаха, кто может быть лучше, чем Абу Саляма?» Так она его любила, своего мужа.
То есть нету лучше, чем Абу Салям. То есть ты меня обучаешь, замени меня на лучше. Кто может быть лучше? И когда у ней прошла Идда, вот это вот 4 месяца, 10 дней, Аллах в Коране говорит, «Валядин утавафауна минкум и дарунас важан и тараббасна бен фусинна арбаати ашуру ва ашара». То есть когда супруга, то есть когда женщина стала вдовой, ее Идда 4 месяца, 10 дней. 4 месяца, 10 дней, когда прошло, вот эта скорбь, да, вот эта Идда. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, на ней женился. Пророк, саллаху алейхи вассалям, ее взял в жены. Аллах ответил на ее дуа. Также, бааде дафни, когда человека похоронили, тут тоже делать истихфар. Лямма дафинна Расул, саллаху алейхи вассалям, мейтан вакафа факал, истагфиру ли ахийкум, васалю лаху тазбит, фа иннаху алан юсал. Как приводится у Абу Дауда, в хадисе передан от Абу Дауда, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, одного похоронил и сказал, обратился к сахабам, просите истихфар, прощения за своего брата, и просите, чтобы Аллах укрепил его сейчас. Укрепил, имеется в виду во время ответа на вопросы, когда приходят два ангела, спрашивают, «Мен раббук, ва мадирюк, ва мен набиюк?» «Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой посланник?» Верующий не сможет ответить, неверующий не сможет ответить на эти вопросы. Мунафик будет говорить, «А кунту а'лям фанасит», «Я знал, но забыл». Верующий легко ответит. Именно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда похоронили человека, говорил, «Просите за него сейчас у Аллаха прощения». Вот тасбит, и чтобы Аллах укрепил его на твердом слове. Аллах в Коране говорит: "Юсаббиту Аллаху аллазина аману биль каули сабити фил хаяти ад-дунья ва фил ахира". Поистине Аллах укрепляет, утверждает на слове, на ля иляха илляллах, на слове верующих и в этой жизни, и вечно. Просите его за него тасбит, просите за него сейчас, чтобы Аллах укрепил, чтобы он легко ответил. Фа иннаху юсал ан. Он сейчас спрашивается. Сейчас его ангелы спрашивают. Сейчас его начинается экзамен. Поэтому из сунны также, уважаемые братья и сестры, когда кто-то, братья, да, когда пошли там похоронить брата, сразу не расходитесь после того, как его похоронили, а останетесь и делайте за него дуа. Именно вот здесь вот проявляются самые такие близкие, вот кто именно к нему был, кто хочет для него блага, остается и делает за него дуа. Один тоже нам шейх Мухаммад Аль-Арифи, когда учили в Саудии, рассказывал, один был набожный человек, и потом, как случилось, он всегда был в поклонении, всегда был, аль-хамдуль, мин ахлиль ильтизам, то есть был практикующим. И потом что-то случилось, поменял других друзей, то есть нашел, познакомился с друзьями и пошел по плохой дороге. Обычно всегда так. Когда человек, если, например, оставляет праведных друзей, появляются, астагфируллах, другие друзья, неправедные. И они его сбивают, субханаллах. Поэтому Аллах в Коране говорит, «Вал яума яадду залиму аля ядейхи якулю». Я лейтани اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, судный день человек будет жалеть и кусать себя до локтя. То есть имеется в виду, что когда человек в этой жизни что-то сожалеет, он что, укусил свой палец, да? Эх, сожалеет. А тут до того сожаление будет, до локтя себя будет кусать и будет говорить: "Если бы я взял путь посланника, почему, о, горе мне? Если бы я не взял бы того-то, того-то, свои друзья. Он меня сбил после того, как Аллах мне указал прямой путь". И шайтан, он является врагом раба Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому это тоже появляется, появились у этого парня другие друзья, неправедные. Когда умер он, когда попал в аварию, похоронили его. Вот эти друзья, которые неправедные. Кто-то не пришел на похороны, кто-то пришел, сразу быстро ушел. Потому что у них дружба не построена ради Аллаха. У них ради чего-то, забавы какое-то время, неискренно. И пришли также старые друзья, которые были с ним во время поклонения, всегда были рядом. Они пришли, похоронили. И шейх говорит, субханаллах, говорит, все разошлись, а вот остались, даже родственники некоторые ушли, остались именно старые друзья, которые праведники, около могилы, и просили за него дуа. О, Аллах, сейчас его спрашивают ангелы, укрепи его, прости его. Поэтому дружить с салихин вместе с праведниками, это тоже великое, субханаллах, аль-фадль, великое, именно вот это достопримечательное достоинство быть вместе с праведниками. Также делать истихфар фи хитами маджлис, когда заканчивается, например, маджлис, например, урок какой-то, или когда братья собираются там, да, после этого делать истихфар, называется кафара, просить прощения, как говорится, достоверном хадисе,
كفارة الاستغفار какой سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك вот это тоже просить استغفار بعد خروج من الخلاء после того как человек вышел из ванной да или то есть из уборной когда выходит после этого что он говорит выходит с правой ногой то есть и говорит гуфранек если заходит с левой то выходит с правой и говорит гуфранек прости меня о Аллах. То есть даже почему ученые говорят, почему так? Потому что это место, где ты не вспоминаешь Аллаха. Там нельзя произносить имя Всевышнего. И за то, что я тебе на этот момент забыл, то есть не произносил твое имя, прости меня. Вот поэтому даже когда шейх Ибн Усаймин, рахмаллах, заходил в туалет, он всегда брал такое платье и в рот сувал, затыкал рот. И когда просили, почему так, он говорит, то есть он постоянно поминал Аллаха и боялся, что вдруг нечаянно в туалете тоже вспомнит об Аллахе. Поэтому постоянно, уважаемые братья и сестры, верующий человек, он должен проявлять факр, должен проявлять нужду перед Аллахом. То, что мы, как Аллах в Коране говорит, «Я юханнас, антум аль-фукара иля Аллах». «О, люди, вы бедны, вы нуждаетесь в Аллахе». «Валлаху хуа аль-гани аль-хамид». Однако Аллах один, он самодостаточный. Он гани, он богат, он ни в чем не нуждается. Он восхваляемый, субхану ва тааля. А мы нуждаемся в Аллахе Субхану ва Тааля с вами. Поэтому всегда мы должны произносить, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, "Фалякун лисануку ла язалу лисануку ратбан бизикриллах". Пускай твой язык всегда будет мокрым от поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Когда человек постоянно произносит зикр, произносит всегда имя Аллаха Субхану ва Тааля, он у него становится влажным. Вот так вот должен быть верующий. Как Аллах в Коране говорит, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Две ситуации, когда Аллах не будет наказывать своего раба. Первое, Аллах Субхану ва Тааля говорит, Аллах не будет их наказывать, о Мухаммад, в тот момент, когда ты среди них. То есть имейте в виду, Аллах свое наказание на них не пошлет, если ты находишься рядом с ними. И второе, и Аллах их не накажет, если они будут просить прощения. Не начнет наказание до тех пор, пока они будут просить у Аллаха Субхану Таля покаяния, прощения. Поэтому, когда человек постоянно истихфар делает, просит у Аллаха Субхану Таля прощения, он чувствует то, что в этот момент карибу мин Аллах, он близок от Аллаха, он филь амн, он в безопасности, он с Аллахом Субхану Таля. Поэтому Аллах в Коране говорит, وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Просите у Аллаха Субхану Таля прощения, истихфар и кайтесь. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст вам мата, то есть даст вам наслаждение, Субхану ва Тааля, благо, إلى أجل مسمى, до определенного времени. وإتي كل ذي فضل فضلا. И каждому Аллах Субхану ва Тааля даст своего богатства и своей щедрости. Каждому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст тому, кто просит у Аллаха прощения и кается Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Иногда говоришь брату, делаешь насиха, истахфир раббак, проси у Аллаха прощения за то или иное. И иногда человек до того уже как бы он в себя уходит и говорит, якуль, поистине, инна занби кабир, мой грех большой, или у меня много грехов, фаля яхфиру Аллаху ли, меня Аллах же не простит, у меня много грехов, столько грехов, как Аллах, я даже стесняюсь, простит он меня или нет, уже все, поздно как бы, да. Но однако здесь хотелось привести... То есть, братья и сестры, Аллах простил людей, которые поклонялись идолам. После этого, если они оставили, изменились и сделали сихр, Аллах даже их прощает. Поэтому если мы смотрим, что грех у тебя большой, и ты человек думаешь, что Аллах не простит, тогда мы сомневаемся в милости Аллаха, субхану ва тааля. Как одному сподвижнику сказали, «Аттатбау джаназата мудмин аль хамр?» Как ты можешь следовать и читать джаназа за того человека, который распивал алкоголь? На что он ответил, «Инни ла астахи мин Аллах ан авунна, анна рахматаху дакат ани дзанб». Я говорю, стесняюсь подумать об Аллахе, то, что его милость меньше, чем его грех. «Рахмати васиат кулли шей», Всевышний говорит, «Моя милость все покрывает, опережает, милость Аллаха опережает его гнев, его наказание». Поэтому, если человек думает, что Аллах не простит, какой бы ни был грех, если ты искренний с Аллахом и хочешь измениться и просишь у него покаяния, таджидиллаха тауабар рахима, таджидиллаха гафур рахима. Увидишь Аллаха прощающим, милосердным после этого. Застанешь его таковым. Поэтому Вахши, был такой Вахши, знаете, наверное, историю Вахши. Он работал у Хинд при битве Хинд супруга Абу Суфьяна.
И знаете, что они в конце уже приняли ислам, и даже когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел, был фатха Мекка, Мекка было открытие Мекки, один из сахабов сказал: «Аль-яум яум аль-мальхама», сегодня день, день как мясорубки, то есть мы отомстим. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля, нет, аль-яум яум аль-мархама», сегодня день прощения, я всех прощаю. И те, кто в Аль-Хараме, они, я всех прощаю. Кто зайдут, они в безопасности. Кто зайдут в Аль-Харам, в мечеть Аль-Харам, то в доме Абу Суфьяна в безопасности. Ну, шестерых назвал, чтобы не показывать мне на лицо. То есть я вас простил, но не хочу вас видеть. До того они причинили боль посланнику Аллаха. Из них был Хинт, из них был Вахши. Вот это Вахши, эфиопец, который убил Хамзу при битве на Ухуде. Потому что при битве на Бадр убили Шейба, Утба ибн Рабиа, Утба отец Хинт и дядя Хинт и брата. И она хотела отомстить за это и наняла, тут наняли Вахши, чтобы убил Хамзу, радаллаху аню. Когда он убил, Хамза это лев Аллаха, Садуллах, его так называли. То есть он был, защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда. И даже, то есть всегда, всегда стоял, когда один раз он возвращался с охоты, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был в мечети Аль-Харам, и одна женщина подошла и сказала: «Твоего племянника обидели, твоего племянника обидели». И он пошел сразу на это заседание, где сидели курайшиты, там из них был Абу Джахль, своим луком ударил и сказал, говорит: «Как ты можешь, говорит, обидеть человека Мухаммада, ва ана аля дини, и я в тот момент, когда я на его религии». Хотя он тогда еще не принял ислам, был не мусульманином, но как-то он так сказал. И сам потом подумал: как я так сказал? Я на его религии, я же не мусульманин. И потом, когда пришел пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Мухаммад, я, говорит, такие слова высказал. Расскажи мне об исламе». И потом он принял ислам. И вот это сабаб, причина была, что он принял ислам, вот эта женщина, которая указала ему, где, то есть на эту ситуацию, то, что они сделали с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот это Вахши убил Хамзу и скрылся. И скрылся, и потом, почему? Потому что если сахабы его поймали бы, они бы отомстили за смерть Хамзу при битве на Ухуде. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вел с ним переписку, он узнал его местоположение, и он принял ислам. В одном письме он написал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Я Мухаммад, я Расул Аллах, я столько грехов сделал, сколько я сделал зина, сколько я выпил алкоголя, сколько я убил людей, ты его дядю убил, Хамзу, Аллах меня простит или нет, я каюсь, я искренне каюсь и не хочу возвращаться к этому». Тогда Аллах мне послал ая из сура Аз-Зумар, где Всевышний сказал: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Что он сказал? Скажи, Мухаммад, о рабы, которые погубили себя в греховном, у которых много грехов, لا تقنطوا من رحمة الله, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Даже при этом у вас много грехов, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Аллах прощает все грехи. Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа, поистине, инна, поистине, Аллах прощает все грехи. Инна хуху аль-гафур рахим, поистине, опять он прощающий, милосердный. Если человек искренне с Аллахом, субхану ва тааля, Аллах все прощает. Именно Аллах не спаслал, как сабаб ан-нузур, как причина неспослания, связанная с этой историей Вахши. Поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поясня Аллах, инна Аллах архама, архама би абдихи мин валиди, ва валади. Поясня Аллах более мягик и более милостив к своему рабу, чем родители по отношению к своим детям, дети по отношению к своим родителям. Каждый раз, когда человек просит у Аллаха прощения, он должен понимать то, что милость Аллаха близка к нему. То, что милость Аллаха к нему близка. Как говорится в хадисе, который приводит имам Муслим, في حديث أبي هريرة أت أبو هريرة بروي حديث مستفيرن إستوتشن سفوجي حديث الإمام مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال الله اغفر فقال الله то есть Всевышний Аллах سبحانه وتعالى то есть Аллах سبحانه وتعالى приводит посланник Аллаха приводит хадith от Аллаха سبحانه وتعالى где Кудси где Аллах سبحانه وتعالى говорит мой раб совершил грех. Мой раб совершил грех и сказал: «Я Рабби, игфирли дзанби». И обращается к своему Господу после греха и говорит: «О мой Господь, прости мне этот грех». فقال الله تبارك وتعالى: «أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا رب يغفر ذنبا ويأخذ بالذنب».
Суммаат. Говорит, и Аллах субханаху в этот момент обращается и говорит: поистине мой раб совершил грех, и он знает то, что у него есть Господь, Аллах, который наказывает за грехи и который прощает грехи. Потом возвращается этот раб Аллаха и опять начинает грешить. Азнаба абди занбан, факаля рабби гфирли занби. Этот раб опять совершает грех и говорит: о Господь мой, прости мне мои грехи. Аллах опять говорит: азнаба абди занбан, фаалима анна лаху раббун яхуду биззанби ва яхфиру занбан. Мой раб обратился ко мне, попросил прощения, при этом знает то, что у него есть Господь, который прощает грехи и наказывает за грехи. Потом опять возвращается к греховному. И так постоянно. Опять возвращается. Аллах опять его прощает. И в конце Всевышний говорит: «Факад гафарту лак, и'мал ма шит, факад гафарту лак». То есть, что делаешь, что хочешь, я тебя простил. Ля иляха илляллах. Делаешь все, что хочешь, я тебя простил. Уважаемые братья и сестры, мы должны правильно понять сейчас, чтобы некоторые, чтобы не сказали, что, то есть, получается, если я грешу, то есть, я могу грешить дальше, что ли, как бы. Дальше у меня эти грехи. Нет. Хадис указывает на что? Если ты согрешил и просишь прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах будет тебя прощать. Но изначально у тебя не должно быть ният, чтобы идти грешить. Это тогда твой тауба, потому что у тауба, у прощения, у покаяния есть условия. Одно из этих условий должно быть сидка, ния, именно искренне. То, что ты уже азм, аля терки дзенб, полностью ты должен нацелиться, и то, что все, я не буду больше возвращаться в этот грех. То есть должна быть убежденность, должна быть цель поставить четко. Но однако, если так случилось, хулика линсану даифа, человек сотворен слабым, если опять вернулся к греху и опять будешь просить у Аллаха прощения, то Аллах тебя все равно будет прощать. Аллах тебя всегда будет прощать. Поэтому обязательно должно быть, иншаллах. Некоторые говорят: Аллах гафур рахим, Аллах прощающий, милосердный, идут грешат. Это неправильно. Аллах гафур рахим, но Аллах шадиду аль-икаб, Аллах субхану ва тааля, также у него есть сильнейшее, сильное наказание. Поэтому аркану аль-ибада, столпы поклонения, их три: аль-хауф, ур-раджа, уаль-махабба. Это именно боязнь, то, что судного дня, наказание. Это ар-раджа, надежда на прощение Аллаха, и махабба, любовь. Любовь Аллаха субхану ва тааля и религии. Поэтому, когда человек просит прощения, истигфар, да, он должен что? Стараться быть наедине, чтобы никто его не видел, только ты и Аллах. И в этот момент ящур биль алам валь джарх, он должен чувствовать боль в сердце, как будто у него рана какая-то. И после истихфара она заживает. То есть Аллах субхана ва тааля, как я был, как я ничтожно поступил, как я согрешил, как я неправильно сделал здесь. Прости меня, Аллах. Прости меня, Всевышний Аллах субхана ва тааля. Ты прощающий, милосердный. Поэтому, как говорит шаир: «Иза кунта фил дурми ли вахдика». والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظرة الإله فقل إن الذي خلق الظلام فقل إن الذي خلق الظلام يراني. Если ты остался в темноте ночи один и твоя душа зовет тебя, дабы согрешить, постесняйся в этот момент от взора Иляха Аллаха субхана ва тааля и скажи: тот, кто сотворил темноту, сейчас меня видит. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. И на этом, иншаллах, сейчас подходит эфир наш к концу, иншаллах. Удивительный хадис в своде имама Ахмада приводится, в Муснад имам Ахмад. То есть, когда подобный хадис читаешь, уважаемые братья и сестры, и чувствуешь его сердцем, еще больше начинаешь любить Аллаха, субхана ва тааля, и тянуться к Аллаху, и еще больше начинаешь ненавидеть грех. Альхамдулля, нас с вами Аллах защитил от того, чтобы мы получали наслаждение от греха. У нас есть грехи. Да, Аллах, мы с вами большие грехи не делаем. Но какие-то грехи, каждый раб Аллаха, он грешен. Но однако мы, альхамдулля, с вами и в детстве, как и сейчас, наслаждение от греховного не получаем. Мы не любим грех. И просим Аллаха, субхану тааля, прощения за этот грех. Как говорится: «Ляу кана лиз-дунуби райха, лама иктараба минха л-инс». Если бы у греха был бы запах, никто бы к нему не приблизился. И такой хадис, когда читаешь, еще больше начинаешь не любить грех, еще больше начинаешь любить Аллаха и надеяться на его милость. Какой он милостивый, милосердный. «Каль, инна шайтана каль, ва иззатук, я Рабби, ва иззатук, я Рабби, ла абраху угви ибадак, ма дамат арвахам фи аджсади». Шайтан, Иблис, обратился к Аллаху и сказал: «Я клянусь твоей честью, о мой Господь». То есть даже Иблис его говорит: «Я Рабби, о мой Господь». В Коране сказано «Рабби». То есть он обратился к Аллаху как: «О мой Господь». Иблис, шайтан, говорит: «Я клянусь твоей честью, о мой Господь. Я буду сбивать твоих рабов с прямого пути до тех пор, пока их души в их телах».
То есть это обещание Иблиса. Это его, он хочет сбить больше рабов праведных. Ему не интересны там алкоголики, там наркоманы. Ему интересны праведные рабы. Он хочет сбить их. Я клянусь твоей честью, твоим достоинством, твоей честью. Я Аллах, я Рабби. О мой Господь, поклялся. Я буду сбивать твоих рабов с прямого пути, с пути поклонения, да, с прямого пути до тех пор, пока их души в их телах. То есть постоянно, всю жизнь я с ними. Смотрите ответ Аллаха, субхану ва та'аля. Валлахи, братья и сестры, сколько бы мы с вами делали благие дела, мы не сможем вот за это расплатиться с Аллахом, отблагодарить его. Валлахи. Смотрите, что говорит, субхану ва та'аля. Ва иззати, ва джаляли. Ла азалю агфиру лахум мастагфару. Я клянусь своей честью, говорит Аллах, отвечает шайтану. Я клянусь своей честью, своим величием. Я буду прощать их до тех пор, пока они будут просить у меня прощения. Ла илляха илляллах. Ла илляха илляллах. Какая великая милость Аллаха, субхану тааля. Аллах не отворачивается от грешника. Он любит прощать. Валлаху юриду ан ятуба алейкум. Всевышний, субхану тааля, говорит, Аллах хочет простить вас. Аллах не любит кого? Аллах не любит высокомерных. Аллах в Коране говорит, Валлаху ля юхиббуль мустакбирин. Аллах не любит высокомерных людей. Поэтому, когда грех совершил Иблис и Адам, Аллах простил Адама, алейхиссалям. Почему? Потому что у него был грех какой? Шахва, страсть. Приукрасил ему запретный плод, он взял, съел его, попросил прощения, Аллах просил его. А у Иблиса у него какой был? Истикбаран. У него был грех, связан с высокомерием. Он сказал, «Ана хайру мин халактани мин нари, ва халактаху мин тин». «Ана хайру мин халактани мин нари, ва халактаху мин тин». «Я лучше, чем он, чем Адам, ты меня сотворил». Из огня, а его сотворил из глины. Высокомерие. Аллах, субхану тааля, отвернулся от него. Поэтому, смотрите, шайтан говорит, до тех пор, я клянусь твоим величием, о Аллах, до тех пор, пока души твоих рабов в их телах, я буду их сбивать с прямого пути. Аллах, субхану тааля, говорит, а я клянусь своим величием, я клянусь своей честью, я буду прощать им до тех пор, пока они будут у меня просить прощения. Как только человек оставил истихфар, Аллах Субхану ва Та'аля, как только человек оставил просить прощения, Аллах Субхану ва Та'аля оставил его. Поэтому Аллах в Коране говорит: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Тот, кто совершил грех или сам себя притеснил, после этого попросил у Аллаха Субхану ва Та'аля прощения, он застанет Аллаха прощающим, милосердным. Тот, кто совершил грех, притеснил себя, попросил после этого Аллаха Субхану ва Та'аля прощения, застанет Аллаха прощающим, милосердным. Поэтому постоянно мы должны делать истихфар. Если совершил тот или иной грех, тут же нужно попросить у Аллаха Субхану ва Та'аля прощения. Поэтому Аллах в Коране говорит: «Иннама таубату аля Аллахи лилладзина яъмалуна ссуа биджахала, сумма ятубуна мин кариб, фаулаика атубу алейхим, ва кана Аллаху алиман хакима». Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Иннама таубату аля Аллахи лилладзина яъмалуна ссуа биджахала». «Принимаю покаяние я у тех, которые совершают грехи по незнанию». Потом быстро же, осозная это, просит у Аллаха Субхану Тааля прощения. Этих я прошу. Прощу, говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля. Поистине Аллах прощающий, насердный, всезнающий, мудрый Аллах Субхану Тааля. «Валейсят тауба лилладзина яъмалуна сайиат». Но не будут прощены те, «Лладзина яъмалуна сайиат». «Хатта иза хадара ахадахул маут». Это те, которые постоянно грешат, не прося прощения, и приходит к ним смерть. «Валяллядина ямутуна вахум куфар». И не будет Аллах Субхану прощать те, которые умерли неверующим. «Уляйка айтнадна лахум адаман алим». Этим Всевышний Аллах уготовил сильнейшее болезненное наказание. Поэтому, если человек просит прощения, Аллах Субхану ва Та'аля его будет всегда прощать. И, уважаемые братья, мы должны, сестры, всегда помнить, в этой жизни два пути. Аллах дал нам выбор, нам выбирать. Первое. Путь. «Фазкуруни азкуркум», где Всевышний Аллах в Коране говорит. «Помните обо мне, и я вспомню вас». Второй путь. «Насуллаха фанасиахум». Они забыли Аллаха, и Аллах их забыл. Поэтому, да, Аллах, субханаху, чтобы мы были на первом пути. Те, кто помнили Аллаха постоянно, и Аллах помнил о них. «Джазакум Аллах хайр». «Вассаляллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин». «Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух».